Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствуем! Приехали в такие чудесные места. Деревья такие не маленькие, я бы сказал, стоят. За моей спиной, вот там вот за этим пролеском, Ака. То есть не очень далеко от Москвы. Но фишка в чем? Сейчас покажу. То поле, вот вплоть до тех кустов, бывшие, ну как бы не бывшие, церковные земли. Что здесь было, не знаю. Там стояла церковь, но она, ее уже больше нет, она разрушена. Трава, в принципе, как бы есть, но она ходильная. Вот этот сухостой и все остальное тоненькое. Попробуем. Нужно же новые места. Разведка, что будет, вряд ли. Ну как бы, что будет, то будет. Не факт, что что-то прям получится, но новые места искать нужно. Ветрище, холодно, 10 градусов на улице, 2 июня. Ладненько, да, до включения, как говорится. Итак, первый сигнал, только отошли от дороги. Ну, в смысле, не первый, конечно, проволока уже была, он под столбами. Трешечка, 37-й год. За ветер прошу прощения сразу, пытаюсь спиной становиться к нему. Но он что-то какой-то такой со всех сторон. Идем вот на те деревья. Итак, второй сигнал. Снова за ветер. 67. 27. Нет, это после 65. Да это после реформы. Душечка какая-то. После 62-61. Не видно. С этой стороны герб видно. Ну, она видишь, темная. С этой не видно. Пойдет. Красиво. Да, и кругом самолетики. А вертушка. Да или нет? Друзья, решили ямку проверить. Сигнал продолжается. Деревушка. Может, рассыпушка. Сейчас встану против спиной к ветру. Тут. А там нет больше ничего? Спас. Я не знаю, что тут. И разговариваю ли я ее? И почему она в 46 не кладет? А бог ее знает. Да, здесь такой грунт. Прессованный с травой в перемешку. Может, внимание? Что вывалилось? Монитос? Копеечка. Пойдет. Тоже нифига непонятно какого года. Ну, судя по цвету, да, это поздние советики. Вот такие монеточки. Хорошо. Прибор одинокий стоит, меня ждет. Скулит, да. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хотите посмеяться? Сейчас обманку словил такую. Вот когда из земли вот так как-то торчит. Еще неожиданно так. Прям адреналинчик хапанул, а там оп! И шайба. О, прикольно. Да, вот эти моменты, они, конечно, потрясающие. В своих ощущениях. Трава, конечно, здесь выше, тяжело ходить, как по волнам плывешь, прикольно, ветер сильный,
сигнальчик, да, я же поворачивал микрофоном. Очередной советик, империи нет. 55-й год. Да. Ну, короче, мало очень сигналов, даже черных. Есть у нас, а? Сейчас попробуем вдоль деревьев вон там пройти. Потом еще местечко одно есть, в запасе съездим. Вот как-то так. Ну какое дерево интересное, старое, раздолбанное. Уехали мы с той церковной земли. Ничего больше, к сожалению, не нашли. Несколько советов. Сейчас проезжали тоже вот несколько мест, которые мы как бы запланировали. Они все засеяны. Прям свежий-свежий. Естественно, мы как бы тут, конечно, ходить не будем. Оставим это на осень. Вот как-то так. Едем дальше. Ждем паром через Аку. Красивые виды. Минут 30 торчит. Так, друзья, переместились мы в такой живописный лес. Старый лес, через него шло много дорог. Ходить, в принципе, возможно, сложно, но возможно. Вот, первый сигнальчик. Сейчас покажу. Совет опять. Сейчас свет найду. Трешка 56-го года. Вон у нас там тетя Люба. Осталось найти еще две пушки, а ту копейку. И что там будет? Ну как там? А. Начинал с трешки. А, точно, там с трешки. Теперь здесь с трешки. Ладно. Так, нечастый сегодня тоже сигнальчик. Часть бубенца. Большой. Нет, целый. В лес такой, переменно заросший, переменно ходили. Да, деревья тут. Старый. Много валяется, лес, конечно, заросший. Никем уже не чистится. Идем вперед. Копошаться. Трудолюбивые. Такой прикольный. Красный. С черной жопкой. Ладно, не будем беспокоить, товарищи. Пусть работают. А мы дальше пойдем. Короче, еще сигнальчик. Совет какой-то выскочил. Уже на поле здесь вышли, покос нашли один. Что-то с вами вообще беда какая-то. Как и последнее время. Непонятно. СССР. А что за СССР, не ясно. Так, друзья, что-то накопались мы сегодня. Либо, о, сейчас покажу. Сейчас, секунду. Вот так вот. Третий фискарь у меня за этот сезон не выдерживает. Причем, ладно, эти два как бы новых фискаря. Хотя нет, это тоже старый. Новый сейчас с другой ручкой идут. Тот у меня лопнул вообще моментом. По сварному шву, только вот с этой стороны наружный. А этот, видите, не согнуться пришел. Здоровый. Находились. Чуть-чуть советов и больше ничего. Будем искать дальше. Всем пока, до встречи.